мы не можем на самом деле без Америки, потому что у нас во многом долларовая экономика. Между Путиным и Обамой на сегодняшний день, конечно, конфликт есть. Это очевидно, поскольку они являются лидерами и олицетворениями, можно сказать, двух наций, двух огромных государств. То, что Соединенные Государства Америки обижаются, когда у других стран есть свои интересы, давно известно. Вот, скажем, сдал Медведев Ливию, предательски фактически НАТО, были нормальные отношения. Вот Путин не захотел сдавать Сирию на откуп мировому сообществу. Отношения сразу резко заморозились. И Путин, и Обама – это не частные люди, а государственные деятели, за которыми стоят целые страны и даже целые планеты. Конфликт, конечно, очень тяжелый, и я уверен, что мы стоим на пороге новой холодной войны. То, что они не понимают, почему вообще другие страны защищают свои интересы так же, как они защищают свои, это их несчастье. Экономика США превосходит экономику Российской Федерации почти в 300 раз. В этой битве мы, конечно, будем побиты.